не проводной разве? Почему мы не проводим на это не обращаться? Мы не встречаем решение ситуации. Если, дай Бог, что случится, и не будет электроэнергии, а подведения не будет, каким образом будет оповещено население о необходимости принятия каких-то мер? Ваш опыт, между прочим, меня наталкивает на то, что мне ожидают за 3 месяца починки.